Всем привет, котики, с вами снова Катя. Мы снова на просторах второго Dragon Age. Я снова вернулась на канал спустя достаточно большой период своего отсутствия. Это был, скажем так, наверное, какой-то отпуск, который слегка затянулся, отпуск от канала. Но мне кажется, что он... скорее всего, пошел на пользу, как и мне, так и вам. Мне в первую очередь, потому что меня перестало тошнить от канала каждый раз, когда я заходила на YouTube. Ну вот, бывает такое со мной, да, бывает, что я периодически перегораю. Перегораю настолько, что не хочу не видеть ни Steam, ни игры, не хочу видеть Bandicam, не хочу ничего делать, и просто в гробу я все это видела в белых тапочках. Вот. И в такие моменты я понимаю, что да, мне надо сделать перерыв, иначе я просто начну там, я не знаю, матами всех посылать прямо на записи и на стриме тоже. Плюс многие из вас, кто был на последнем стриме, да, по Wolfenstein The Old Blood, наверное, помнят, что он прошел вообще не так, как мне бы хотелось, он прошел из рук вон плохо, и это стало просто последней каплей, после которой я просто поняла, что все, мне надо сделать срочно перерыв, иначе я просто сгорю к хренам собачьим. Вот, в общем, как-то так. Но вот все, я вернулась с новыми силами, с новым желанием заниматься каналом, что-то делать, потому что, о боже, у нас появилась с вами четвертая PlayStation. Кто не знает, да, вот буквально в воскресенье я пошла в магазин вместе с родителями, и родители подарили мне четвертую плойку на день рождения с тремя играми. Там у нас получается Gran Turismo Sport, там God of War и Horizon Zero Dawn. Так что одну из... ну, в Gran Turismo мы играть не будем, я всякие гоночки, в принципе, не особо люблю, а вот в Бога Войны и в Horizon мы обязательно с вами поиграем, и я думаю, что я пройду игры эти посерийно, потому что они достаточно атмосферные, там достаточно много всего интересного происходит, что мне не хочется рафлить на стримах в эти игры. Хочется там чего-то более такого вдумчивого и серьезного, так что все это будет делать на канале на Ютубе, но когда точно, я сказать не могу. Как минимум, после того, как мы пройдем вот эту вот игру Dragon Age 2, потому что сейчас я физически еще одну игру не потяну. У меня, извините, Dark Souls, в которую надо играть, и на него нужно тратить очень много времени. Вот. И две коопные игры, которые сейчас пока затихли, да, но мы с Андреем и с Дианой вернемся в них, их тоже надо будет допройти, дозаписать. Так что дело не в проворот, ведь еще ж стримы. Так что как-то так. Ладно, заговорилась я. Давайте пойдем занимаемся. Что-то у нас Авелин. Естественно, она пришла не к нам, а к нашей собаке. Все приходят к нашей собаке. Не, я понимаю, она чаровашка. Ну да, если ему что-то не понравится, он просто пойдет тебя за задницу укусит. Леон, лапонька моя родненькая, дюмой шлёдки. Господи, это гора мышц и мяса, это же что-то невероятное. Так, давайте сегодня пойдем по... ну, короче, мы сегодня пойдем по заданиям со спутниками связанным. Но первым делом мы пойдем по заданию навестить Гамлина. Со дня смерти матери Гамлин живет один-одинешенек. Пожалуй, стоит время от времени навещать его в его доме в Нижнем городе. Давайте сходим, пообщаемся с дядей. Все-таки мы его давненько не видели, и он был не меньше нас убит смертью Леандры, матери Хоук. Так что надо взять. Ну и возьму, естественно, своих любимых лапушек. Как бы куда же без них. Так, навестите Гамлина. Ага, у меня тут значочка нету. А это что? Кого нужно спасать? Задание. А, это там побочка, которую я на серии проходить не буду. Там неинтересно. Как бы не обязательно показывать. Там нужно какую-то бабу на рваном берегу спасти, но это такое. Ой. Котики, надо вас прокачать. Ой, Фенрис. Ой-ой-ой. Ой, ты зря. Это зря. Даже я вижу, что она долбанулась чем-то. Лол. Ну, ты даешь, конечно. Так, давайте прокачаемся. А, Варик, 3 очочка у тебя, да? В принципе, со здоровьем у тебя все хорошо. А, мне все нравится. Хитрость у тебя тоже как бы нормас.
Давайте ему в ловкость все вольем, потому что почему бы и да. Так, здесь все у тебя прокачано, здесь у тебя тоже все. Я просто давно уже в этой игре не была, как вы понимаете. Мне надо вспомнить, что я здесь делала. Так, перемирие. Разбойник отвлекает всех врагов, окружающих одного его спутника, заставляя каждого из них оставить этого спутника в покое, переключиться на другого члена отряда. Ну, это такое себе. А, разбойники по своей природе предатели и заговорщики, они вечные двигатели. После того, как разбойник выберет одного врага, которого должен убить маг или воин, вероятность нанести несчастному критический удар значительно возрастает. Пассивная способность. Сражаясь с отвлеченными противниками, разбойник обретает способность к более мощным атакам. А давайте, почему бы и нет. Фенрис, солнце мое, ну тебе мы все в силу. Ну давай вот так вот. Одно очко в силу, одно в силу воли. Вполне неплохо получается. А, здесь я тебе прокачала всю ветку, какую хотела. Мне все тут нравится. Так, здесь тоже полностью. А, я тебе вот эту ветку начала качать. Мастер боя. А, так, что это у нас? Включаемая способность второе дыхание. Благодаря долгим годам тренировок воин может черпать бодрость из глубинных резервов, мгновенно восстанавливая выносливость. Вот это полезно. Вот это удобно. И Андерс. Андерс, дорогой мой, тебе, наверное, надо бы все в магию качать. Вот так вот. Текс. Здесь у нас тоже все. Нормас. Вот я не помню, зачем я ему качала вот этот режим мести, когда он у меня как бы хилер. Но мы продолжаем качать ему руны. Вот давайте руну отталкивания прокачаем чуть-чуть побольше. Теперь она отталкивает врагов волной физической силы более мощной, чем раньше. Нормально. Пойдет. И на всякий случай сохранимся, потому что я 100 лет не сохранялась. Потому что мало ли что. Сейчас еще возьмет, да как, блин, выкинет из игры нафиг. Все может быть. Так, оскверненный посох послушника, но вроде как ничего здесь интересного и нету. Я на всякий случай проверяю, мало ли, я просто не помню, где здесь улучшения для брони для всех ребят. Где-то они должны быть, но я не помню. Надо посмотреть мои записи. Until they starved. Good thing they were drunk then. Однако. Так, у меня, простите, я смотрю просто записи, потому где у нас тут у ребят улучшения. Я, походу, половину улучшений вообще пропустила уже. Какая боль. Нет, вообще реально боль. Ужас. Ну, ладно, что поделать. Как бы я сомневаюсь, что я здесь вообще хоть кому-нибудь из ребят... Найду полный сет улучшений для доспехов. Не, я попробую, конечно, но ничего не обещаю. Игра мне все равно упарывается с теми вот этими вот бликающими текстурами или блестящими. Господи, что сказала, бликающими. Ой, лол. Так, скомканная записка. Гамлин, я нашла самоцвет Кирошек. Если он тебе нужен, приходи в Клаку. Один. Однако. Бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я вообще с тобой поговорить хотела. That note mentioned the gem of Kuroshek. What's that? It's nothing. Never mind. If you're worried about who sent the note, I can go in your place. Did I ask for that? I don't know who sent it, and I don't want to. I lost everything chasing that gem. Our fortune, our home, even Mara. Who's Mara? She's none of your concern. That's who да she ладно is. Тебе, чё ты? Why don't you head back to your fancy house in Hightown? Ну, старый завистник просто, старый пердун, вредный. Но у нас появилось задание «Величайшее сокровище Гамлина». Пойдите в Клоаку и повстречайтесь с тем, кто спрашивал о Гамлине. Ну, давайте пойдем сделаем, но это не отменяет того факта, что Гамлин все-таки старый ворчливый пердун. Не знаю, блин, вредный, противный, как я не знаю кто. Ему бы по-хорошему радоваться, что мы, в принципе, про него не забыли. Ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, это... Ладно. Hey, hello,
Mirabelle was taken. The way you fumbled your weapon is disturbing. Hey, I'm a perfect gentleman. In public. Ох, да, любовь Варика к Бьянке, конечно. Это что-то хрестоматийное. Я даже забыла, что хотела сказать. А, что Гамлин противный, вредный старый пердун. Не, я, конечно, понимаю, что он особо нас не любит, потому что, ну, нам не удалось все-таки спасти Леандру от маньяка. Вот, но, тем не менее, то, что Хоук перебралась в верхний город, стала зарабатывать и стала, ну, получила определенный статус в городе, не значит, что она теперь задерет нос и, как такая выпендрежная стерва, будет ходить перед своим дядей и махать своими деньгами перед ним. Ну, это свинство какое-то. Все-таки дядя сделал для нее немало хорошего. По крайней мере, до убежища. Что-то мне не нравятся их рожи, скрытые под масками. Да, простите, вы вообще кто, ребята? Я вообще хз кто. You don't got to know me. You just got to listen. See, we was hired to give you a note. But this gem of Kirishek thing the note talks about. We decided we want that instead. You better hand it over. I'm surprised you know what a note is, let alone know how to read one. I don't need to know how to read. All I need to know is which end of the sword goes where. Ну, было понятно, что тут драка. Ребята, are you fucking serious? Да, они закончились. Неужели нельзя было поговорить как цивилизованные люди? Нет, надо было обязательно вот так вот, вот это вот шлепки Янка. Шлепки Янка. Давайте посмотрим сразу, что это такое. Потому что что-то... Чё вообще? Шлепки Янка. Такое название. А где она вообще должна быть? Не здесь. Так, персонажа, может быть? Нет. Так, шлепки Янка. А, Гамлин, самоцветы вправду очень красив. Могу понять твою одержимость. Помнишь игру в шлеп? Найди место, откуда взялась твоя шлепки Янка. Там найдешь и ответы. Однако. Это мне куда теперь? А, спросите Гамлина про шлепки Янку. Что за название вообще? Как это можно было так шлепки Янка? Да, я повторяю это слово, потому что оно звучит прикольно. Шлепки Янка. Блин, ну реально смешно звучит. Блин, я соскучилась по Dragon Age второму, прикиньте. Несмотря на то, что игра достаточно такая нудненькая. Hawk, for instance, is not weak. You specifically don't mention me. That's also true. I'll prove to you. Ребят, какие же вы вредные, а? Prove it to yourself. You're convincing no one else. Не, я вас, конечно, все равно люблю, но какие же вы засранцы противные, а? Сколько вы будете цапаться друг с другом? Наверное, просто до конца своих дней. Будут ходить и сраться. Хорошо еще, что мне не нужно между ними выбирать в этот раз. В этот раз мое сердечко принадлежит Фенрису. Хотя Андерс, конечно, господи. По своей любовью к кошкам, блин, я не могу с ним. What do you want now? I found this note on a thug who attacked me. It mentions your wallet mallet. Haven't played wallop since I was a kid. Still got my mallet up on the wall, though. Last time I was any good at something. Так, это мне типа ты хочешь сказать, что мне на эту шлепки Янку надо посмотреть, что ли? Так, задание обновлено. Обследуйте винодаль, народное древо в Эльфинаже. А почему? Типа это киянка из винодаля сделана, что ли? Вот я поржу.
Хотя, в принципе, чего удивляться? It's a lot of humans in skirts. I highly doubt that. Да. The subject comes up all the time. Tell me about it. And no opinion, one way or the other. Opinions are like testicles. You kick them hard enough, doesn't matter how many you got. That's something. Мне Варик, конечно, прикольный. Ну почему ты не говоришь ни про магов, ни про хромовиков? Но они все в юбках, я их путаю. Красавец. Ну да. Так, что нам надо? Осмотреть винодаль, наверное. Well, Wallop mallet? You must be the one I'm supposed to give this note to. Did someone ask you to give this to me? I was given a few coins to hand this over to whoever came asking about wallop mallets. Unfortunately, the person was hooded, and it was dark. I didn't get a good look. Obviously a human, though. No mistaking that. Even hooded, you all look alike. A warehouse now. We're being played with. Так, транспортная накладная. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, так, записка накорябана на обороте накладной. Гамлин, я понимаю, что ты уже теряешь терпение, но почему ты не хочешь дойти до Пакгаузов и забрать камень, которого ждал 20 лет? Ищи ящик, указанный в накладной удачных поисков. Ящик 1023. А, окей. А куда это? Нам, наверное, ночью, да, надо прийти будет в это место. Ну, по крайней мере, здесь никаких отметок о том, куда надо идти, нет. Не, ну сейчас загоняем, конечно, на мировую карту, это несложно. Да, действительно, нужно прийти ночью. Так, мне не нравятся эти ребята. Я так и знала. Я так и знала. Охотник за рабами? Закончились. Как ни странно. Какое счастечко, что они закончились. Так, нам, походу, сюда куда-то. На эти, на склады, возможно. Угу, кусочек опала, который мы обязательно продадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, сундук мастерский. Надо сейчас попробовать его взломать будет. Как же упарываются текстуры. Боль. Это просто боль. На самом деле я не перестаю удивляться тому, как плохо работает лицензионная копия игры. То есть в то время как пиратская работала в свое время прекрасно. Так, мастерские сундуки. Надеюсь, ты его сломаешь? О, да, детка. Так, у нас появилось задание «Пропавшие мечи». Найдите пропавшие кунарийские мечи, отнесите их Тарбасу в верхний город. Видимо, мы их сейчас типа нашли, да? Неиспользуемый проход какой-то, а тут... Больше ничего нету, да? А так, на всякий случай, это мало ли. Я просто помню, что там вот этот, ну, меч, который нужно подарить Фенрису. Он меч Шартана, по-моему, называется, или что-то в этом роде. Он в каком-то ящике достается и ночью. Надо будет пошастать здесь поискать.
Просто не помню. А подарить его хочется, потому что очень клевый меч, красивый. Ой, не меч Шарт... Ой, там книга Шартана. Так, загадка Кирквелла еще одна. Недавно было открыто еще одно хранилище. На этот раз большое. Возможно, это приемные залы Архонта. Рынок завален древними книгами. Даже обычные перекупщики поняли, что случилось нечто необычное, и подняли цены из-за ажиотажа среди коллекционеров. Один сказал мне, что продал экземпляр ужасного гримуара. Вряд ли он стал бы врать. Откуда он мог знать, что эта книга считается легендой? Если же она существует, что тогда с забытыми? Путешествие привело нас в самые странные места, и мы пересмотрели многое, что казалось правдой. Где же оно завершится? Под брусчатой мостовой, покрытой странными знаками, подпись «Банда трех». Давайте, короче, все грузы возьмем. Чего мы ходим такие ночью? Тырим все, что плохо лежит. Потому что почему бы и да? Ей, денежки. Как бы не то, чтобы мне деньги были нужны, у меня этих денег уже столько, что, господи, мама, не горюй. Так. Груз 917 какой-то. Поеденный молью шарф, офигеть. Вот прям то, что мне было нужно, и ради чего стоило бежать целый коридор. Груз 925. Ну, понятное дело, что это тоже не то, что мне нужно, потому что нам нужен груз, по-моему, 1023. Вроде как. Так, скорее всего, нужно для него подняться вот сюда. Да, вот он, груз 1023, но сначала зачарованный посох. Неплохо, неплохо, неплохо. Well, here are the crates we were looking for. Something seems off. It's a trap! Да что ты говоришь? Не может. Ау, 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 ау. Вот это мне, конечно. Ить. Ить. Кажется, это все. Так что, опять камешка, что ли? Нет. Ну, вы даете, а? Так, записка для Гамлина. Отправляйтесь на озеро в пещеру близ Кирквелла вместо Гамлина и выясните, что он прячет. Так, приведи Гамлина в пещеру, где мы встретились первый раз. Если он не будет живой, не получишь ни медика. Вообще, по-хорошему, я бы сходила и продалась бы, потому что, ну, реально у меня уже объективно пустой, в смысле, полный инвентарь. Хотя сказать пустой, потом думаю, чё? Ой, я все такая же, все так же несу какую-то ересь и околесицу. Так что да, с возвращением меня, ребят. На самом деле, я соскучилась за это время по каналу, по вам тоже. Как у вас дела? Расскажите мне, хоть кто-нибудь. А то в Дискорде вот меня пилили, что я жопка вредная, и даже там в Дискорд не захожу, сообщения не проверяю, все дела там. А у вас-то как дела? Как вы вот эти вот все полтора месяца вообще жили? Все ли у вас хорошо? Так, я думаю, что мы можем в черный магазин зайти и попробовать там все продать. Мне кажется, у нас это получится. По крайней мере, должно, вроде бы, я не помню. Не, ну вроде здесь можно все продать. Да, точно. Здесь можно все это продать. Вздох создателя, это что? Принявший этот отвар может навсегда перераспределить для себя очки характеристик. О, не-не-не-не-не-не, мне это не надо.
Я вот это вот вообще все продаю. Взяла, продала щит семейства Амелов. Нет, давайте мы его заберем. И я его потом в хранилище брошу. А то жалко так-то. Блин, 250 золотых, ребят. Ну куда мне столько? Не представляю. Копится же священное сердце. Кстати, вполне ничего такое. Кольцо пробужденного тоже оставим. Печать Киркула тоже оставим. Кинем в хранилище. Ну, как вы уже заметили, я в хранилище, в принципе, сбрасываю все, что мне жалко выкинуть. Ну и, в принципе, все. Обожаю это прекрасное место. Тут можно все... все продать. Все купить. Ремесленные материалы. Ну, мне вроде... ничего особо не нужно. Настойка каменных доспехов, воспламеняющая бомба. Давайте, наверное, воспламеняющую бомбу купим все три. Ну, пусть будут они у Варика. Они все равно у него валяются там где-то. Так. Зелье из эльфийского корня. Аптечка. Вообще зелий маловато. Такая, что я, наверное, бы... а давайте вот... вот так, 15 зелий купим, нормально. Все равно у нас денег дохренища с вами. Надо же их на что-то тратить, эти деньги, в конце концов. То как бы копить хорошо, но... ну и тратить тоже надо на всякое полезное. Мне интересно даже уже, как выглядит, в конце концов, вот этот камень, за которым Гамлин якобы всю свою жизнь там гонялся. Он хотя бы красивый. Это вообще камень? Или, блин, что это? О, ну зашибись. Здравствуйте. Нас тут явно никто не рад видеть. Вот абсолютно. Абсолютно. Мне, в общем-то, кажется, что мы с вами встретимся с куда более неприятной компанией, чем пауки и всякая прочая шваль местная. Я даже не знаю, куда мне надо идти. Вообще без понятия. Ну, по идее, вот какое-то открытое место. Возможно, мне сюда. So, да. Couldn't even be bothered to come himself. А ты кто? I should have expected he'd send you, cousin. Кузина? You have a cousin? I have a cousin. Gamlin never told you. I... of course he didn't. Why would he? Sorry to interrupt this touching family reunion. But we have unfinished business here. Veld! What are you doing here? Mekkel is dead. That bitch killed him. I don't know who you are, but we can talk about this. Talk about this? Like you talked with my brother before you cut him down. Он вообще первый напал, я не виновата. That doesn't make sense. Mekkel was just supposed to hand over the note. You really think we didn't read it? We know about the gem charade. Hand it over. I won't let Mekkel's death be for nothing. You let your brother go up against someone like Hawk for a stupid gem. You know what? I did find the gem, but you're not getting your pathetic little hands on it, Veld. Fine. Okay. Еще одна драка. Хорошо. Здравствуйте, господа хорошие. Он стоит, как-то вообще ничего не делает, этот Вель там странный какой-то. Вот собаки нам жалко, конечно. Так. Пожалуйста, съешь личинку, умоляю тебя.
Я надеюсь, что все. You don't take after Gamlin at all. Gamlin never told me he had a daughter. There's probably a lot of things he hasn't told you. My mother, Mara. She left Gamlin before I was born. He was so fixated on finding that stupid gem. I doubt he even noticed she was gone. She told me about Gamlin before she died last year. I didn't even know about him. You told Veld you had the gem. Were you lying? Not at all. I found the gem. I managed to pull off what Gamlin couldn't. You say Gamlin is obsessed with this gem, but he never mentioned it before your note turned up. Maybe he didn't want you to know about it. He mentioned he lost a lot searching for the gem. Maybe he gave up on it. That would be a surprise, to say the least. You set this whole thing up just so you could meet your father. I just wanted to see, I don't know, how far he'd go for something he really wanted. And then he doesn't even show up. I baited him with the one thing I thought would get his attention. He's got some good qualities. You might be surprised. Really? What do you think I should do? I think you should go talk to Gamlin. Does he even know about you? I'm not sure. Having family might be more worthwhile than you think. Maybe give him a chance before you write him off. I think I will. Having a cousin turned out to be a good thing. Maybe having a father will too. На самом деле, я не думаю, что Гамлин хорош. Но почему бы и нет? Если это поможет им как-то наладить отношения, это будет вообще прекрасно. Потому что у Гамлина, по сути, сейчас из семьи, кроме, в общем-то, Хоуг и дочери, больше нет никого. Так что... Ему это точно поможет, ему это все пригодится. Немножко хоть справиться со своими вот этими личностными проблемами, потому что он явно в какой-то депрессии сидит. А что это вообще за клинок, который мы с вами получили? Вопящий. Ну, вполне неплохой, но как бы зачем он мне нужен? У меня ж никто из моих разбойников не сражается с двуручным... Ой, господи, с двумя клинками, с парными. Кроме Изабеллы. Но Изабелла сбежала. Или она вернулась, господи, я уже не помню, это было так давно. По-моему, она вернулась все же, вроде как, в конце второго акта. Вернула эту книжку кунарийскому предводителю. Господи, я уже забыла, как его зовут. А ну-ка. Входит в таверну три храмовника. А что, все, что ли, хоть бы договорил? Я бы послушала анекдот про храмовников, они ж прикольные. О боже, это было смешно. I didn't know Mara had a baby. If I did, I would have, I don't know, gone after her or something. She used to say I was so much like you, and I didn't even know who you were. I guess I wanted to see for myself. I need some time to think about all this, but if it's all right, I'd like to come back and talk more. I think I'd like that. Keep, safe. Looks like you two had a good talk. It was bloody awkward, that's what. I was worried she wouldn't come find you. I think you need each other. You know, I may not say this very often, but I'm glad you're one of the family. But seriously, next time, stay out of my damn business, girl. Хорошо. Но зато у нас выполнено задание, что, конечно, очень хорошо. А теперь пойдемте по разговорам со спутниками. Так, первый у нас это разговор. Поговорите с Мэрилли, идите к ней домой в Эльфинар. Окей. Я, правда, честно... Господи. Блин, вот я на самом деле жалею о том, что поставила на телефон Facebook снова. Там теперь постоянно приходят безумные какие-то уведомления. На что ты говоришь? Блин, Варик, ну что ты хочешь? Между прочим, сейчас Мэрилли... Ой, не Мэрилли. Ой, как же я, Мэрилли, дед, совсем с катушек съехала.
магов притесняет безумная женщина. Come on, Daisy. You've been holed up in here for days. If you don't get some sunshine, you'll wilt. I'm not a plant, Beric. I'm fine. Just take a walk around the Lowtown market. Get some air, and I'll stop bothering you. I know you mean well, but I have too much to do right now. I'll let you talk some sense into her, Hawk. Beric is very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Бесит, липнет, как банный лист. Смешно. Nothing's the matter. I thought I'd see how you were doing. And I'm being a poor host, as usual. In the market the other day, out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I blinked, and he was gone. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all. Even the Keeper. I'm sure the Keeper would like to see you again. I'm sure she would. She loves to lecture. I bet her new first appreciates that. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Beric was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Что, еще что ли? Ладно, хорошо. Видимо, это все. Так, погнали дальше. Буря и то, что ей предшествовало. Поговорите с Вариком в таверне Висельник. Окей, пойдемте. Но эти разговоры, конечно, они меня как-то... Ну, не то чтобы удивляют. Я недоумеваю после них, потому что, типа, ребята, ну, о чем вы вообще говорите? Лол, что? Архидемон. You should go with them. I think I might. After a drink. Lol. If you think that was bad, I should tell you about the Black Marsh. See, when you say things like that, Blondie, it just makes me glad I didn't know you sooner. Who goes to a place named Black Marsh on purpose? Now, they called it Beer Marsh. No, still doesn't work. You've got a point. The marsh part does cancel out anything else. Flower marsh, kitten marsh. No, no good. Ah, you've got company. I'll see you later. Hawk, what can I do for you? What was Anders here for? Only place in Kirkwall he can get a decent drink. Blondie comes by here and I put him on my tab. He's got some stories about his days in Ferelden that sound implausible, even to me. Ну извините, он был с... Господи. Crazy, but that's most everyone in the city. Я забыла, как звали. Героиню Ферелдена, вот. Он же с героиней Ферелдена, блин, таскался, когда она стала главой Серых Стражей. Еще по него не было приключений. I'm not here on business. Just dropping by. Drinking is business, champion. So, what's the word in Lowtown, Varric? Nothing you don't know already. The Viscount's departure, a vacuum of power, troubles brewing. Get rid of one thread and another appears. I'm starting to think this city's in love with crisis. Hope you're ready for it, my friend. I'm keeping Bianca close. Так, кодекс обновлен, надо будет потом почитать. Так, куда дальше? Навестите Андерса в его лечебнице. Окей. А, у нас тут еще задание с Изабеллой. Ну, давайте с ним тоже поговорим. Это раскаяние Изабеллы, да? Давайте поговорим с ней. How have you been? You don't have to keep checking up on me. I'm fine. Why do you keep coming here? You're better than this. I'm comfortable here, all right? Remember what you said after the mess with the Canary. I'm proud of you for doing the right thing. It may have been the right thing, but it was also the dumb thing. The relic was mine. I should have kept running.
I couldn't have saved Kirkwall without you. Bullshit. You could have stormed the keep and slaughtered all those Canari if you had to. You and Aveline. I mean, she's a woman-shaped battering ram. Она же ходячий таран с сиськами. Класс. Nothing in common anymore. You're a champion, and I'm just a lying, thieving snake. Whatever you think you are, I still care about you. It must have been hard to give up the relic, and I appreciate it. Whatever comes, you have my support. Well, perhaps it's time to stop hiding. And I do miss the trouble we used to get into. Tell you what, I'll be here if you need me. Ты ж моя прелесть. Сказала я, которая Изабеллу, по-моему, на задание вообще ни разу не брала. Ну, мне такое, неинтересно просто ее брать. Что, у меня как бы есть Варик? Зачем мне еще разбойники? Варик стоит всех, в общем-то. Так, ну что, Андерс, давай с тобой поговорим. Разговоры с тобой всегда сложные. Ну, в большинстве своем. You think I don't know the City Guard is just another arm of the Templars? That is completely unfair. If they show up here, I'll know who to blame. That's all I'm saying. Опять поругались. I'm sorry. I didn't mean for you to see that. I just can't be too careful. Now that the Night Commander has basically appointed herself Viscount. She's just waiting for the first legitimate excuse to drag me off to the Circle. You're our one hope. The champion of the city, an open apostate. But it's not enough. The Mage Underground is all but destroyed, and those left have turned to blood magic as their only option, which Meredith knows will prevent any chance of the public taking their side. They're still us. I don't know how you continue to believe in me. How can people be so blind? The Blight was stopped only with the aid of two mages, one an apostate. But it makes no difference. The Chantry set us on this path long ago. It would take something truly catastrophic to change people's thinking now. Серьезно? Это все? Однако. Я думала, что тут сейчас будет какой-нибудь срачик на тему магов, как всегда. Меч Кунари. А, это, видимо, те мечи, которые надо по бочке найти. Ну, ладно. Так, защитники капитана. Защитите Авелин в казармах крепости. Погнали. Вообще, я радуюсь сейчас. Тихонечко радуюсь. Сейчас. Ребята, вот вы меня любите перебивать, конечно. Meredith will die. Do not doubt that. Oh, go away, Justice. Can Anders come out and play? Stop. You are no fun anymore. Значит, мне кажется, что справедливость все больше и больше берет над ним верх, и однажды реально Андерс станет одержимым. И я опять забыла, о чем хотела сказать. Ну и ладно, хрен бы с ним. Так, Вера... У нас письмо, кстати, в имении Хоуков, но мы сначала сходим в крепость наместника, потому что надо поговорить с Эвелин. Я все-таки сегодня вот в этой серии я хочу договорить со всеми ребятами, и вот в конце уже пойдем почитаем письмо, о чем там вообще речь. Так, новое задание «Справедливость». Поговорите с Андерсом, его лечебница в катакомбах. А, окей. Хорошо. Че так много заданий? I'm good for it. За что? Good luck with that. Coming to the Hanged Man for Wicked Grace later? Never miss it. Вы в карты играете. Ох, уж это их карточная игра про порочную справедливость, что ли, как так называется. Тикс, Эвелин. Guardsman, duties for the week will be Lowtown Canvas. Five on, three off. City perimeter by twos. Clear by second watch. Training recruits full metal by week's end. Anything else, Captain? No. Thank you.
Donicus, a good man. I'm sorry, was there something you wanted? You never said how your 3 weeks in Orlais went. You're right. I didn't. Anything else? Все понятно, как у вас там дела. Your men could give the Templars a run for their sovereigns. They've had to. As long as there's no Viscount, the Order thinks they can bark at any man in uniform. I won't have it. The people of Kirkwall need to see themselves in their guard. Lose that connection, we're just targets. Kirkwall seems to have rallied around you. I try to keep order, and people appreciate that. Everything else is going insane. A few complaints here and there, but for the most part, I think everyone's just glad the guard has been stable for a few years. Just checking in. Need anything? Yes, there's something. Come back soon. I'll get into it then. Так. Just checking in. Всё, что ли? Yes, there's something. Come back soon. I'll see хорошо. You later. Of course, Hawk. Окей, там, видимо, какой-то квест не откроется личный. Чуть позже. Кодекс обновлен, надо будет его почитать. Так, поговорите с Фенрисом. Идемте поговорим с Фенрисом в его имение. Наверное, задание справедливости уже в следующий раз пойдем пилить. Потому что мне кажется, что там целый квест будет. Да и плюс мне надо такие в имение Хоуков посмотреть, что там за письмо пришло. Надо глянуть. Так, ну что, Фенрис? Are you certain it's her? An elf matching your description on the ship you named, and alone, as far as I could tell. I need to know if it's a trap. I did as you asked, Fenris. Now it's up to you. You talk to him, Hawk. I've had my fill for today. Then heed it, first of us. Maybe I can help, Fenris. It's my sister. I didn't tell you, but I followed up on Hadriana's information. Everything she said was true. I had to keep it quiet, but I eventually contacted Verania and sent her coin enough to come meet me. And now she's here. She was in Carinus after all. My sister left Magister Ehriman's service, and I found her in Minrathus. That made things more difficult. But according to the men I paid, it's just as Hadriana said. She's not a slave. She's a tailor, in fact. Getting a letter to her was difficult, and she didn't believe me at first. But she's finally come. You're worried Daenerys knows? The more it seems he doesn't know, the more certain I become he does. Come with me, Hawk. I need you there when I meet her. Where is she? If we go to the Hanged Man during the day, she'll be there, for the next week at least. It would mean a lot to me. That's all I ask. Личный квест будет, да, в одиночестве. Ну, по нему мы тоже пойдем в следующий раз. Сейчас вот пойдем пообщаемся с Себастьяном и будем на этом заканчивать уже. Потому что пора бы. Опять я. Люблю затягивать серии на час. Обожаю. Так, Вера, это надо в церковь. Вообще, я не помню, когда в последний раз брала Себастьяна хотя бы на одно задание. Ну, я так почти его и не беру нигде. Чё? Деть в пень. Моё сердечко занято. Так, ну что? О чём поговорить с тобой можно? The first enchanter overstepped his bounds. He was provoked. The people want to know which side you favor. It weakens you. Strength will not win this fight, Sebastian. If the Maker is merciful, he will help them find peace. We can only be waiting when they do. Do you never intend to give a public answer, Your Grace? What have I been asked? About the mages. You could calm this fire if you stepped forward. The Chantry's teachings are clear. Those who turn against them would not listen more to me than to Andraste. Then you do favor the Templars, Your Grace. I favor peace, which is not the goal of either side, I'm afraid. I did not expect things to deteriorate so fast.
I thought after the Canary, no one would wish for more violence. It has drawn more attention than I would like. Sebastian, if I can ask... Anything, Your Grace. And the Champion, too, if you will? I am your humble servant. You honor me. The Divine is concerned about the situation here. She does not want to see the Free Marches become another Imperium. She has sent an agent to assess the danger. Meet with her, please. Tell her drastic measures won't be required. I don't want to see the Divine's armies march against Kirkwall. Could we keep the Exalted marching to a minimum? I keep all my stuff in Kirkwall. Surely the Divine wouldn't treat the whole city as enemies. She is concerned. It is never wise to draw the concern of the powerful. She is the voice of Andraste. She cannot turn the might of the Chantry against the innocent due to proximity. Это ты зря. Ты слишком наивен, Себастьян. She will do her best, Sebastian. But she must act first to protect the faith. What can you tell me about this servant of the Divine? I was not told her real name, only to call her Sister Nightingale. She is said to be the Divine's left hand, sent to do work that might blacken the Divine's name. What argument would convince her? The Divine has heard my protests already. I must trust your own powers of persuasion now. This cannot wait. Thank you. We cannot allow this ridiculous mage rebellion to turn into holy war. The agent, Sister Nightingale, will be waiting in the Viscount's throne room tonight. She wishes to remain unseen. The room has been sealed since the Canary incident. It may be difficult to get in without attracting attention. Так, окей. То есть все-таки задание у меня тут типа... Ладно. Ой, так, ну давайте, наверное, вместо Андерса возьмем Себастина, ну и вот, ну вот так вот, как-то. А, ну тут, в принципе, задание-то еще идет, ну давайте мы с ним тогда тоже в следующий раз уже пойдем разбираться. Так, что у меня тут за письмо из круга? Дорогой друг, я получил нужные тебе книги, оставлю их в нашем обычном месте, забери их, чем скорее, тем лучше. Ага. Небрежная записка какая-то. Такое себе. Так, вот тут про персонажей было. Андерс в последние 3 года. После нападения на Эллу, Андерс утратил интерес к революции магов. Убедившись в том, что он ничем не лучше одержимых, Андерс принял решение установить контроль над духом в себе. Или умереть в борьбе. С каждым днем становится все яснее, что он проигрывает эту битву. Склонный к разительным переменам настроения, от глубокой меланхолии до маниакальной решимости, Андерс вновь вернулся к делу освобождения магов. Но чье это решение, Андерс или справедливости, остается неизвестным. Авелин в последние 3 года. Благодаря защитнице Авелин и Доник Хендер год назад поженились. Простая церемония прошла в имени Хоуков, и медовый месяц они провели в Орлее. Так Авелин в первый раз посетила страну своей тезки. С тех пор пара живет счастливой семейной жизнью. Хотя она остается его капитаном, а он ее стражником, Эвелин теперь строго разделяет личную и общественную жизнь. Она все так же стремится обеспечить безопасность своих стражников, но Доник помогает ей смотреть на вещи по-другому. Теперь она дает стражникам полномочия, необходимые, чтобы по-настоящему служить Кирколу. Стражу как защитников закона и порядка еще никогда так не уважали. Однако это создает свои сложности, поскольку некоторые храмовники предпочли бы, чтобы стража находилась под их личным контролем. Да я бы не удивилась. Фенрис в последние 3 года. 3 года назад, столкнувшись с Адрианой, Фенрис узнал, что у него есть сестра, с которой его разлучили в юности. Фенрис почти не говорит об этом, но мысль о сестре до сих пор не оставляет его в покое. Тем не менее, он так и не покинул Киркул, хотя все в верхнем городе уже знают, что в имени Донариуса живет друг защитницы. Такая известность интригует, но в то же время тревожит Фенриса. За последний год он не раз говорил о том, что навсегда уйдет из Кирквелла, и если бы не Хоук и не долг перед ней, он бы давно уже так поступил. О ночи, которую Фенрис и Хоук провели вместе 3 года назад, эльф отказывается говорить. Однако заметно, что он не забыл об этом, хотя чувства, если они и есть, так и остались невысказанными. Изменится ли такое положение дел, будет видно.
Так, Изабелла в последние 3 года. Возвращение Изабеллы во время неурядиц с Кунари удивило всех и в первую очередь ее саму. Виновата в этом, по словам Изабеллы, была Кейт, толкнувшая ее на такое безумие. Она казалась раздосадованной. После того, как Оришек был убит, Изабелла и Кейт откровенно поговорили. Разговор кончился тем, что Изабелла ушла, заявив: «Ты выдумываешь то, чего на самом деле нет». После этого в Киркуле ее какое-то время не видели. Когда все решили, что она уехала из Вольной Марки насовсем, Изабелла столь же неожиданно появилась на своем обычном месте в Висельнике, как будто никуда и не уходила. Мэриль в последние 3 года. «Все, что я делаю, делается для блага моего народа». Мэриль все чаще и чаще запирается с зеркалом в своем домике в Эльфинаже, выходя лишь за едой. Впрочем, и это она делает так редко, что Варику приходится посылать продукты ей домой. По крайней мере, она больше не рискует заблудиться в городе. Но вот это, кстати, стрёмно, блин. Она, возможно, пытается через Илувиан как-то путешествовать, и это нехорошо. Так, Себастьян в последние 3 года. После схватки с демоном желания прелестью, Себастьян пережил кризис веры по поводу отречения церковных обетов ради борьбы за мирскую власть в Стракхевене. Он подверг сомнению свои устремления, предположив, что хочет вернуть Стракхевен не потому, что это правильно, а лишь из собственной жажды власти. Доверив судьбу Стракхевена создателю, он вернулся к церкви, но владычица Эльтина отвергла его, решив, что тот еще не полностью уверен в своем выборе. Хотя Себастьян больше не принимал обетов и не возвращался к обязанностям брата церкви, за последние 3 года он проявил себя преданным помощником владычицы, став ее глазами и ушами в опасном светском мире. Посвятит он себя церкви снова или вернется в Стокхевен, неизвестно, хотя кто-то слышал такие слова Себастьяна. Пока он нужен защитнице и владычице церкви, он не покинет Кирквелл. Варик в последние 3 года. В рассказах есть своя сила. В сущности, что такое история? Самые лучшие небылицы. Те, что остаются в памяти людей. Почему бы и не мои? Отправив Бартранда в церковный сумасшедший дом близ Кирквелла, Варик стал главой дома этот раз до Юры. Однако, согласно новой документации, хранящейся в Кирквелле торговой гильдии, семейными делами тетрасов официально управляют аравы несуществующих дядей, дядьев, теть, кузенов и домашних животных. Так, вот такие дела. Вроде как больше заметок в кодексе нет. В следующий раз пойдем делать вот эти вот все задания, связанные с Фенрисом, с Себастьяном и Андерсом. Вот, а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Наконец-то я вернулась, повторюсь. Ура! Ну, по крайней мере, я этому рада. Надеюсь, что и вы тоже. Увидимся с вами в следующей серии. Всем, наверное, пока-пока-пока.